Он снова был в Ярославле. В выходные в городе выступил Дима Билан, и за нынешний год это его второй концерт. В июне победитель Евровидения 2008 спел в арене для выпускников школ, а на сей раз площадкой стал популярный ночной клуб. Как заявляют организаторы, за последние 5 лет Билан выступал всего в 3 клубах. Так что ярославским тусовщикам, можно сказать, повезло. Полуторачасовой концерт собрал 1000 человек, причем приехали поклонники Билана даже из соседних регионов. Покажите план. Нормально. Ничего. Ну, что я могу сказать, друзья? Ярославле круто. Здесь замечательно. Начиная от встречи, заканчивая проводами. Вообще, середина вообще гениальная просто.